Соперником, Спортик Идеал. Играли очень хорошо, честно, пацаны все бились, молодцы, красавцы, я ими горжусь. Ну, проиграли 1-0, пустили ненужный гол, но в целом смешанные впечатления. Проиграли, но достойно боролись. Спасибо сопернику за игру. Команда Спортинг Идеал играли сегодня против Жил-Висента. Матч получился тяжелый, потому что мы решили проэкспериментировать. Экспериментировали с тактикой. Где-то делали доп. Замены. Ну, результат победа, результат радует, игра нет, но до конца чемпионата осталось совсем немного. Будем стараться добывать результаты дальше. Спасибо.